Сегодня нашим гостем стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Коваленко. Наша конференция пройдет в необычном формате. Мы позвоним Андрею Николаевичу с помощью приложения «Мультифон» и зададим ему вопросы от наших пользователей. Что можете сказать о хоккейных талантах в России? Стоит ли молодым хоккеистам сразу уезжать в Северную Америку или попытаться сначала заявить о себе здесь, как в свое время это сделали Овечкин и Малкин? Ну, давайте начнем с того, что Россия всегда славилась талантами, они были, есть и будут. Единственное, что в последнее время мы просто начали терять эти таланты в раннем возрасте, в том плане, что многие хоккеисты, не оперившись, скажем так, и не возмужав в нашем хоккее, рвутся уехать за границу любыми путями в 17-18 лет попробовать свои силы. Мое все-таки мнение, как было, так и остается, что все-таки нужно попробовать в первую очередь это заиграть и заявить о себе здесь. И где-то уже в таком зрелом возрасте, поиграв и в сборной, почувствовал, как говорится, и вкус международных матчей, и внутреннего чемпионата, и уже более в зрелом возрасте, это там где-то за 21, то есть 22-23, уже можно ехать и покорять, скажем так, Америку. Это опять же, если у кого-то есть желание туда ехать. Но насколько сейчас понимаю, что за последнее время изменилась система хоккея в Российской Федерации, и прекрасные условия континентальной лиги создает для молодых игроков, для игроков-ветеранов, то есть для всех участников чемпионата, поэтому я думаю, что прежде чем поехать в Национальную хоккейную лигу, нужно еще 100 раз подумать и взвесить все за и против. Что касается лично вас, вы после окончания карьеры, после завершения карьеры возглавили профсоюз игроков. Расскажите, пожалуйста, нравится ли вам эта работа и в чем основные цели и задачи организации? Ну, если бы не нравилось, наверное, не работал и не шел, скажем так, впереди паровоза, создавая профсоюз и объединяя ребят в единое целое. Ну а цель нашей работы – это защита социальных прав хоккеистов. Это именно то, что у нас никогда не было. То есть мы защищаем их не только перед континентальной лигой, но и перед каждым клубом. Вот. Поэтому все проблемы, которые касаются всех наших хоккеистов, это уже с клубом не получается, то тогда выходим уже в комитет континентальной хоккейной лиги. Вы, как руководитель профсоюза, знакомы ли лично с руководителем профсоюза НХЛ? И можно ли что-то позаимствовать в вашей работе из, соответственно, их работы? Ну, позаимствовать всегда можно. И у нас, и у них. Когда наш профсоюз образовался в 2008 году, я летал в Торонто, и мы встречались с руководителями NHLPA. А с новым руководителем, к сожалению, пока у нас встречи не произошло. Хотели встретиться на чемпионате мира на прошлом, но, к сожалению, скажем так, я прилетел, а он уже улетел. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время, может быть, у нас и состоится эта встреча. Ну а так, как я уже сказал, позаимствовать в работе того или иного профсоюза всегда можно что-то найти интересное. Конференция была проведена с помощью приложения «Мультифон». Задавайте вопросы нашим гостям на сайте multifon.championat.com, только для абонентов «Мегафон».